Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков в Московской области совместно с люберецкими полицейскими задержан подозреваемый в сбыте наркотиков. По результатам химического исследования установлено, что содержимое одной из бутылок – героин, общей массой более 900 граммов. Мужчина пояснил, что занимается распространением наркотиков путем закладок, а хранит все в доме в Малаховке. Там полицейские и обнаружили полимерные пакеты и бутылки с порошкообразным веществом. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.